Hello, с вами... А, стой, 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 надо запись поставить и на этом тоже. Рекорд. И зайти в игру. А потом срежем все это. Блять! Игра же зайдена. Сука. Так, теперь она зайдет в игру по новой. Хорошо, так. Всем привет, с вами мистер Глеб и Юда. И мы играем как? Убрал. Окей. Только не стучи по экрану, твою камеру упадет. То есть я очень аккуратно пытаюсь играть. Ты попросил, чтоб я бомбила. Я знаю, что тебя бомбило на лице, а не здесь. Окей, есть... как всегда я выберу свою любименькую машинку. Ты обычно на ней гоняешь, да? Да, у него акцент. Посмотри на эту машину. У нее плохое управление. Где? Управление, видишь, оно почти в конце. Но у этой в конце. И у этой тоже в конце. Ну ладно, погоняю на ней. Зайди в гонки. Да, я понял! Здесь. Блин, я ненавижу этот уровень. А кто че там был? Секунду. Вверх. Это самый первый человек. Китайский... Я на нем сейчас, пока стоя на нем. Ладно, лысого. Лысого. Лысый сводит гонки пописы. Они в эту вот это гонки, вот это гонка. Да, знаю. Давай. Yes. Мама, что мы записываем? Почему мы записываем? Потому что мы записываем. Мне сейчас баба не понял. Чё? Блин, опять это на этом экране гребаный. Чё за фигня? Вася, чё? Игра специально сделана так, что она подбирает машины оппонентов. У тебя машина сразу, когда начинает игра, она не дает газ. Она дает. Просто другие машины такие же хорошие, как у тебя. Я ненавижу, когда у меня... Блин! Попробуй! Чего за... Блядь, из бомбанет! Моя очередь. Иди нафиг! Я хочу тоже попробовать! Дай, я хочу попробовать. Я хочу попробовать. Хороший старт, надо просто нитро нажать в самом начале. Они жмут, а я обычно на старте не гоню. Когда начинается уже старт, она сразу толкает себя, сразу. Вот соперник, она уже впереди, вот так толкается. Это тупая машина, блин, у меня рутся. Ну я понял, бля. Давай, врежься, есть. Сука. Я еще смогу, они еще далеко. У меня есть идея. Блин, не хочу я заново! Мне же бомбанет! Мы записываем нахрен на камеру! Где кока-кола? Я положил кока-колу в морозилку, а яйца лежат там, где старые яйца лежат. Мы не спонсируем кока-колу, нет, мы не спонсируем кока-колу. Это просто так, просто так. Да. Ну разве кока-кола Где я тебе принёс? Быстро. А то. Ладно, будет... ты пока играй, а я пойду за печеньем. Урод, блин. Окей, мы по. Слизи. Кстати, мы создали со. Вот, слизняк у нас. Это наш слизняк, мы его сделали. Окей. Няу! Вот тут погоняю. Hello! Куда поехали, блин? Дай печеньку, дай. Я печеньку. Блин, я не могу играть одной рукой, блин, дебил.
Что за хуйня с камерой, она как не включается, включается? Ну, мам. Стой там. Стой там. Ты его победил. Ты же говорил, что ты его победил. Полдаун уже. А, нет, он с тобой погонялся. Я тут буду его знать. Тут он туда не заедет, он просто у него нет этого навигейшн меж. Он будет гонять внизу под тобой. Это, кстати, прикол игры. Блин, теперь все синего цвета. Что за хуйня? Оно возобновит кадрик. Ладно, не важно. Я жду больше ментов. Четыре мента. Сейчас пятый появится. Блин, как на запуск. А вот. Все, так я их отсюда увезу и оттуда. Чё? Новый уровень ментов. Блин! Там вроде была камера такая, которая смотрит как бы со стороны. Я не знаю, как это быть. Вот дебил! Не, он видит тебя как бы вот в этой точке, да, то есть на карте, а карта-то у него плоская, видит тебя где-то тут. Да, но ты наверху над этой точкой, а там столб. Так вот он едет в столб. Ты над столбом, а не в столбе. Потому что Navigation Dash старый. Куда он поехал? Игра 2005 вроде года. Ребят. Блин, меня-то бесит, шо? Идите нафиг. What the... Там менты были. Какого нафиг? Вот четыре. Идите нафиг. Уроды. Потому что я не играю сейчас. Я, блин, мастер. Да. Я, блин, мастер. Машину просто выкинул. Блин, блин, блин. Зато спалто! О, здесь есть проезд. Да, чё ты не там? О, аквапарк, хочу в аквапарк. Я тут буду ждать, пока я не... Это не hiding place, чувак. Вот меня начали палить! Чё тут не так? Есть баг, да, небольшой. Если это два полигона с альфа-текстурой смешиваются вместе. Мама, я хочу Пикачу! Мама, дай мне попить колды. Мам, привет! Я знаю, ты там за дверью, но... Привет, мам! Кстати, скажите, кто дебил, я или он? Конечно, я дебил, конечно, я дебил, блядь! Конечно, я дебил! Как это я не дебил, смотрите на меня. Блин, больно, сука. Ладно, все, давай играть в игру! Мы здесь, чтобы играть в игру, а не чтобы кривляться на камеру! Хотя, в принципе, мы здесь ради обоих вещей, в принципе. Зачем мы камеру поставили, вместо того, чтобы кривляться на камеру? Заткнись. У меня сейчас на тебя бомбанет вещь. А ты хочешь этого?
скажи. Скажи! Чё? Ты хочешь, чтобы у меня так бомбануло на тебя? Ты чё, ты чё, срать хочешь? Блин, почему этот проход не открыт? Потому что этот проход в конце игры, это единственное место, это единственный раз, когда он открыт. Но здесь есть хак такой, я видел где-то в интернете, что если ты в правильное место зайдешь, потом нажмешь кнопку R, то ты появишься в другой стороне дороги. Но я не знаю как. R, оно делает, оно тебя как бы ставит посередине дороги. Так, сейчас проверим. Вот, вот, тут, это место. Нет, блин. Видишь, ты как бы назад возвращаешься. Сейчас делаю так. Попробуем схакивать. Быстро, быстро, быстро. И давай, 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 давай. Блин, какой хакер это? Я знаю, я это в интернете видел, но оно как-то не выходит. Грузовики едят. 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 А это звук настоящих грузовиков. В основном есть настоящий грузовик. Да, знаю. Как много света из окна. Light, no fire, this night, just light. Ow! Закрой. Вы в темноте, ребят? Блять! Она рабочая вообще? Так, все, больше так не делай. Аккуратно. Нет, нет! Блин, сломаешь еще все нахрен. Блять, как это произошло? Вот смотри, подними руки. Видишь, мы не управляем. Она едет. Что за хуйня? Ладно, давайте посмотрим, куда оно так придет. Менты. Ментам пофиг. Все? Секрет. Очень сильно. Очень. 1 час спустя. Два часа спустя. Три часа спустя. Да заткнись ты уже, блин! Ну не бомбит! Аккуратно, она сейчас... Да, мне кофе! Давай играть в игру! Грузовик! Грузовик, подожди меня! Как в этом? Как там его? Молния Маквин. Там потерялся он. Грузовик! Стой! 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 Стой, граф! Стой! Все, я припарковалась сюда. Мам, мам! Смотри, у меня папа меня защищает. Громадный папа. Это мой папа, чё ты хочешь? Стой, подожди, подожди, подожди. То есть получается, в тачках, когда машины рождаются, не рождаются какие-то машинки. Чё за фигня? Едешь в сторону полицейского, нахуй. Я его убил задним ходом. У тебя очень сильный задний проход, задний ход. Можно сказать, у меня... Стальная задница. По правде у меня правая стальная задница. Динь! Ау! Где-то я помню, тут можно было пибикать. Хорн вроде. Нет. Блять. Не знаю. А, кстати, запусти эти звуки, будем болтать вместе с ними. Здесь же есть, можно сделать голоса. Аудио... Speech volume. Так. Вернуться назад. А теперь сделай так, чтобы ты за скоками сделал. Можно сделать это вот так.
Вроде бы. Ая! Приметы совпадают, Катари! Иди нахрен! Сотка! Вызываемые контакты! Чё, какого контакта нет? Вот она все сюда! Статус 4! Заткнись! Чего? Ребята, отвалите от меня. Я сейчас серьезно. Блин! Yes. Объект заехал в участок. Здесь Спарта. Че? Здесь дом должен быть, в принципе, но его нет, потому что... Сейчас он... Нет, не появится. Кстати, здесь можно в дом заехать, тоже с помощью АР. Юд, сделай карту. Меня там бьет. Карта это М. Не особо, я ее видел на этом экране. Сейчас. Я не уверен, что я могу это сделать сейчас. Нет, не то. Опускай. Есть карта. Окей, ты играй. Блин, я не люблю играть с картой. Это я слишком много знаю про дорогу из-за есть карт. Играй так. Сука. Ребят, правда в этой игре есть босс полиции. Чё? Правда есть. Это тот, кто нас арестовал и нас эту девчонку спасла. А, тот, который потом послал everyone. Да. Вот, это их мой босс. Знаешь, из какого-то фильма? А? Они это взяли сцену из фильма «Леон». А! Там в конце этот чувак кричит, кого послать? Он такой... Everyone! Но он не кричит. Убей их, убей! У тебя нет хуй. Блин, у меня горло болит от этого everyone. Да, я так вожу, да. Я тру черти что, да. А зачем вы по рации говорили, в каком ряду заграждения? Вот дебилы, сука. Я не прокололся на шину? Давай, толкайся, сука. Шина не проколота? Нет. Грузовик, прикол. Блин, такое ощущение было, как будто бы это заграждение. Зачем ты меня ударил? Сука. У тебя на хвосте две машины. Сваливай. Ну а что я делаю? Домой, домой. Я знаю, я пытаюсь. Только медленно.
Да не, они меня знают по... По приметам, они, если я буду есть в фрагменте, они все равно на меня закончат. Нужно мне найти либо хайдинг плейс. Я вижу впереди хайдинг плейс. Его будет легче использовать, чем поехать домой. Здесь. Где-то. Где оно? Ты дебил! Вот оно. Вот. Так и нужно. Жнём. Я выиграл. Твоя очередь. Сколько нам денег вообще дали? За то, что мы гоняем, денег нам не дают. За то, что мы с ментами, нам дают баунти, а не деньги. Для того, чтобы деньги выиграть, нам нужно играть в гонки. Сходи за кое. Принеси мне, пожалуйста. Окей. Окей, окей. Я его не куплю. Я пока с того лучше, знаешь, что? Вот. Бля, чисто стаканов-то нет. Чисто стаканов-то нет. Надо пойти сидеть. Я тогда буду мыть стаканы, так что подожди меня. Фигеч! Ребят, подождите секунду. Ау! Ты что, их оставил вот так вот? Оставил, блядь, ютуб этих смотрителей, просмотров, блядь, сука. Скажи мне, как это вообще выглядит? Это нормально, только зачем ты Audi мне? Ну это же я хотел эту тачку ставить медленной. Это некрасиво, надо ее украсить. Вот это круто выглядит. Оставь так, без разукрашивания, вот так вот оно выглядит. Берез, как говорят. Давай хотя бы. Не, ну не, это уже пиздец. Не, пусть вот так будет. И все. Спойлер, сука, поставил. Он спойлер поставил. Он поставил спойлер! Он спойлер поставил! Ран, ребят! Юд, когда ты ушла, я сделал так. Может, уже перестанем записывать, а то мы долго... Принеси мне, пожалуйста, кого, а то я хочу попить вместе поиграть. Скогай! Ай, блядь! Вот, блядь, что упало? Вот нахрен! Шо, ладно, давай так. Эту часть мы закончим, потом запишем не, еще. Не-не-не, я хочу попробовать вот на этой машине, не на гонке, просто по правилам. Так вы пока едете, а я пока буду мыть стаканы. Окей. Ух ты, какая скорость. Такой звук. Продолжение следует...
Подождите, я пойду, позову его. Я поставлю на паузу. Ногу ты поставляешь наедине, ногу ты поставляешь. Ага, только на пару минут. А тебе хоть кто-то там пишет в комментарии? Пока что нет, пока что мы не сделали достаточно просмотров. Достаточно интереса мы не сделали для этого. Нам нужно сделать что-то очень-очень странное. Нам нужно сделать что-то очень странное, так чтобы люди досмотрели видео до конца. И, короче, давай загружать его. Не-не-не, стой. Давайте я сначала погоняю. Я тут припарковался чуть-чуть. Блин, там менты, что будем делать? Не, я просто поправлю. Оно не выглядит как тачка для правил дорожного движения. Все равно. Есть такие тачки для... Вот точно такие, только до правил. У моего дяди Вовы есть такая. У моего дяди. Просил. Я хотел, чтобы у меня была нормальная тачка. Ну, можно вернуть ее назад. И вот хватит их на них смотреть. Я на вами смотрю, суки. Такой. Вот это похоже на этот экран, кого-то там кто-то, ну, там. Вот не с. Кого-то, ну, в скайпе там разговаривал. Вот точно, вот. Вот этот экран. Вот. Не этот, где я, а вот. Вот этот куб. Окей, поехали. Откуда? Блин! 10.96, наблюдаю. Как? Я не могу на медленной машине угнаться! Скорость выше сотни. Ща! 150. Врун, блин. 154, 155, 140. Внимание! Поступило сообщение, что объект ехал на север, мимо парка. Указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменять. Диспетчер, офицер 1. Приближаюсь к объекту с северо-запада. Подтвердите запрос. И давай по правилам этим. Кто врезается вот так. Сейчас покажу. Вот так. Блин. Я обычно в таких вещей профессионал. Смотрите на его лицо. Как я одинок. Мне не хватает жены, но я и так богат. Шутка. Господи, я чуть не врезался. Это было бы резко. Это видео нужно будет от PewDiePie. Чего? Не просто запускать, а хорошенько отредактировать. Там с музыкой! Кстати, можно добавить музычку. Можно добавить музычку потом. Нет. Нет, потом. Я не хочу сейчас. Как это закрыть? Thank you.
Я люблю кола, что вы хотите? Отвали. А ты не знаешь, что с ним не так? Он супергерой. У которого, который не ел целый месяц и год. Вообще миллион лет не ел. Привет, грузовик. Пока, грузовик. А я иду по пищу, у-у. А я иду по попе. И пну по попе. А я иду и пну. А, рассказывай ему эту шутку. Ну это... Про этого китайца с курткой тигром. Ну это... А, самая смешная китайская шутка какая? Не, нет, нет, а другая. I have an apple. I have a pen, I have an apple. Apple pen. I have a pen, I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen, pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. Все уже знают эту хуйню. Не, я понял, ты играешь. Специально меня туда повел. О! Не кстати. На, держи. Почти, воу! Я чуть не... Черт! Он не с параметра. Диспетчер, я свободен. Черт, опять превышение скорости. Преследую. Черт, сука. Игла, я тебе даю. У меня неприятности с машиной, я не могу ехать. Мы потеряли его, он не мог далеко уйти. Еще мне еще какой-то. И поставь на... Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он следовал на север. Подожди, я хотел обнять тот пикап. Поищи, какой-то. Что я сейчас иду делать? Стакан дай. Ребят, я случайно камеру подвинул. Окей. О, привет. Я с Кока-Колой пришел. Спасибо. Поставь камеру на место, будем дальше писать. Сколько времени? Зачем? И Пой еще. Пой тоже. Давай дальше играть. Скажи, что ты сейчас был? Или давай уже редактировать. Угу.